сейчас испытаем совет из интернета, который учит, как легко растереть бумагу для запекания в какой-то форме для запекания, либо в любой другой емкости, которую вы хотите отправить в духовку. Вот если делать так, то получается не очень симпатично. Мы взяли две разные бумаги, вот такие вот, такую и такую, но испытаем их всех одним способом. Берем бумагу, вот так вот сворачиваем ее и мочим в обычной воде. Якобы теперь она примет любую форму, будет податливая и не порвется. Давайте проверим, действительно ли это так. Порвалась. С учетом того, что так мы ее мяли, и она не рвалась. В общем, не очень хорошо. Давайте попробуем на второй бумаге. Может быть, бумага не очень качественная. Смачиваем для запекания. Но это что-то, мне кажется, еще хуже. Она уже прям вот в руках у меня рвется. Так, ну мы признаем этот способ, собственно, негодным. Потому что после смачивания многие виды бумаги для запекания будут просто рваться.